Мотоцикл «Ямаха» двигался по улице Горького от вокзала в сторону гостиницы «Москва». Автомобиль ехал в противоположном направлении и поворачивал на улицу Карла Либкнехта. По предварительной версии, причиной столкновения стало несоблюдение очередности проезда перекрестка. Со слов очевидцев, мотоциклист проехал на мигающий зеленый, автомобиль поворачивал на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП водитель мотоцикла, 27-летний местный житель, получил сотрясение головного мозга. Его увезли в реанимацию, водитель «Тойоты», 31-летний сочинец, не пострадал.